Сегодня исполняется 100 лет комсомольскому движению. Ровно век назад был создан Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Для бывших алтайских комсомольцев этот день по-прежнему остается красным днем календаря. В Барнауле проходят торжественные собрания в честь столетия ВЛКСМ. Комсомольцы разных поколений сегодня вспоминают молодость, задачи партии. В Алтайском государственном краеведческом музее открылась выставка «Комсомольцы. Беспокойные сердца». На ней можно увидеть билеты и значки первых членов ВЛКСМ, послание комсомольцев 1968 года, комсомольцам 2018 и не только. Подробнее о том, как в Алтайском крае вспоминают Коммунистический союз молодежи, расскажем в вечернем выпуске.